Представители региональных общественных палат Сибирского федерального округа сегодня собрались в Новосибирске. Цель – подвести итоги работы и обсудить, как федеральные коллеги взаимодействуют с региональными. Владимир Городецкий высоко оценил сам принцип формирования палаты. Построение состава общественной палаты, такая ступенчатая, это уже залог того, что люди случайные не бывают. Это люди с позиций, жизненных позиций, которые известны на территории города, области. Вот, это люди, которые со своим стержнем жизни, со своей позицией такой жизненной, уверенной. Вот это и ученые, это и журналисты, это люди на самых разных профессий. Как отметили участники семинара, сегодня важно повысить роль общественной палаты в жизни простых людей, четко контролировать, как соблюдают законы, проводить экспертизу управленческих решений. Не обошлось и без критики. В некоторых муниципальных образованиях главы администрации иногда входят в общественную палату, что противоречит самой идее этого органа.